Итак, всех дожидаемся на стрим и продолжаем читать книгу Хасе Сильва «Ты целитель». Эта книга не только о том, как исцелить себя, это книга о очень многом. Так, пока все подтягиваются, мы начинаем ее читать. Процесс созидания Земли, кажется, наткнулся на препятствия, воздух загрязняется, вода заражается, а почва пропитывается ядовитыми химикатами. В результате многие виды флоры и фауны вымерли и оказались под угрозой уничтожения. Препятствием стало само человечество, вроде бы призванное руководить созидательным процессом на нашей планете. Кто присоединяется, мы начинаем читать книгу Хосе Сильва «Ты целитель». Мы оказываемся деструктивное воздействие не только на планету, но и на самих себя. Мы загрязняем свои тела наркотическими веществами и засоряем свое сознание картинами преступлений, насилия и смерти. Когда это началось и как с этим покончить? Ответы на подобные вопросы кажутся относящимся больше к обществу в целом, нежели к конкретному человеку. Но сейчас вы увидите, насколько важны эти ответы для вашего сиюминутного состояния, вашего успеха, вашего процветания, вашего здоровья, вашего счастья. Разрушение началось, когда человек стал эксцентричным. То есть многие из вас задают вопрос, что происходит в мире. Многие ссылаются на Бога и говорят, все дело в Боге. Что-то с Богом не так. Но мы видим, что разрушение началось, когда человек стал эксцентричным. Я не имею в виду эксцентричным в смысле странным или причудливым. Под этим словом я подразумеваю находящимся вне центра. То есть наша задача вернуть себя в центр. Как я уже упоминал раньше, мозг человека состоит из двух полушарий. Левое полушарие больше воспринимает этот материальный мир, а правое полушарие царство нематериального. Только 10% из нас сбалансирование мыслит, используя оба полушария. Остальные 90% полагаются только на левое полушарие, почти игнорируя правое. Поэтому в целом мышление человека смещено от центра. Оно эксцентрично или по-другому разрушительно. Разница между правым и левым полушарием состоит в частоте мозговых волн. Мышление физического мира осуществляется на частоте примерно 20 циклов в секунду. Когда вы центрируете свое мышление на 10 циклов в секунду, вы выравниваете активность полушарий. Кто присоединяется, мы продолжаем читать книгу ⁇ Хасасильва ты целитель ⁇ Не забываем лайкать, и цель эфира мы видим розочки помогайте мне их собрать. Если левое полушарие мозга ответственно за мышление физического мира, то правое полушарие за мышление духовного мира. Эксцентричное мышление обделено духовной помощью, а центрированное пользуется его помощью. Итак, человечество, отклонившееся от центра в своем мышлении, угрожает уничтожением себе и своей планете. Как с этим покончить? Все станет на свои места, когда мы получим помощь с другой стороны. Это произойдет раньше для того, раньше для того человека, который предпринимает шаги направленные на активизацию правого полушария мозга, не являющего связующей нитью с другой стороной. По мере того, как все больше наших разумов будет центрировано. Это окажет не только кумулятивный эффект на массовое сознание, но также и кибернистический эффект, который ускоряет перемены экспоненциально. Спасибо вам за лайки. Спасибо, что вы делитесь с другими. Я напоминаю, что мы читаем книгу Хасе Сильва «Сам себе целитель» или «Ты целитель». Как стать менее деструктивным и более созидательным? Потому что болезни это деструктивные программы внутри человека. Здоровье это созидательность. И мы сейчас говорим о всех планах. Мы говорим сейчас не только о физическом здоровье, мы говорим и о финансовом здоровье. Поэтому, у кого есть долги, у кого есть проблемы, обязательно дослушайте до конца, и мы будем делать с вами упражнения. Спасибо, Ирина, за розочки. Первая пошла. Итак, как стать менее деструктивным и более созидательным? Мозг среднего человека функционирует в частотном диапазоне от 1 до 20 циклов в секунду. 20 циклов в бодрствующем состоянии, от 1 до 4 циклов во сне и крайне редко на промежуточных частотах, только при засыпании и бодрствовании. Однако именно промежуточные частоты обеспечивают сознательное использование правого полушария мозга нашей духовной связи. Идеальная для мышления частота находится в центре частотного спектра и составляет 10 циклов в секунду. Именно эту величину ученые именуют альфа-уровнем или альфа-состоянием. Люди, которые мыслят и анализируют свои проблемы, центрируясь на альфа-уровне, получают помощь. С другой стороны, то есть со стороны духовной стороны. Люди молятся Богу, но ответов от Бога очень часто иногда приходят, иногда не приходят. И мы сейчас поймем, почему. Люди, которые мыслят и анализируют свои проблемы, центрируясь на альфа-уровне, получают помощь с другой стороны. Их сознание связывается с высшим разумом. Когда они получают ответ, даже если он приходит в форме догадки, вероятность того, что они правы, многократно превышает вероятность ошибки. Вы можете сказать, что эти люди получают божественное вдохновение, и, если угодно действуют инстинктивно или интуитивно. Они работают в пользу созидания, а не против него. Можно сказать, что такие люди становятся партнерами Бога потому что они помогают Богу, и Бог помогает им. Сейчас вы очень много для себя ответов получите. Они получают помощь с другой стороны уже только потому, что находятся в альфа-уровне. Многие из вас могут оказаться разочарованы просто простотой контакта. Некоторые из вас предпочли бы услышать, как срабатывает молитва, когда вы жертвуете деньги церкви, или когда складываете ладони определенным образом, или погружаетесь в воды крещения, или каетесь своих грехах. Если что-то из перечисленного имеет большее значение для вас, значит данное действие тоже необходимо вам в дополнение к переходу в альфа-уровень. Эти дополнительные шаги улучшают ваш контакт. Ничто в методе Сильвы не противоречит и не вступает в конфликт ни с одной религией мира. Чем мне нравится эта методика, в том, что она не вступает ни в один конфликт ни с одной религией. Это очень важно понимать, потому что, может быть, вы христианин, может быть, вы мусульманин, может быть, вы буддист, но эта методика, она объединяет все. То есть она не рассоединяет, как многие религии, она объединяет. Итак, метод Сильва просто делает духовное царство более достижимым для вас. Мы должны признать нашу близость к Богу и стремиться ко всему, что укрепляет эту близость. Если вы чувствуете себя отделенным от Бога, вы знаете, в каком направлении вам двигаться. Добрый вечер. Тем, кто присоединяется, мы читаем книгу Хасасильва «Ты который предлагает нам отцентрироваться, то есть использовать и правое, и левое полушарие. В основном большинство людей они на левом полушарии, из-за этого они разрознены. Поэтому мы читаем, продолжаем дальше читать, что же нам делать, чтобы получать помощь от силы, которая нас создала. Спасибо вам за лайки, спасибо, что вы делитесь этим эфиром. И, конечно же, помогите мне исполнить цель этого эфира. Это вот тут вот розочки. Вот, видите, вот эти розочки, нам надо их. Итак, оставайтесь в ладу самим собой. Сидни В. давно использовал метод Сильва. Он знал, что для того, чтобы оставаться в ладу с самим собой, следует применять метод Сильва, расслабляться и создавать образы. Сидни был бухгалтером со своей собственной процветающей практики, но он чувствовал пустоту в своей работе. Ощущал себя посторонним, случайно попавшим в мир бизнеса, у кого привезла такая же ситуация. Сидни понимал, что должен заниматься чем-то большим чем работать с цифрами. Ему хотелось стать творцом. Вот у такого неудовлетворенность работы, слушайте сейчас. Сидни решил применить технику метода Сильва, известную как зеркало души. Он расслабил тело и разум, как его тому научили, и визуализировал проблему в зеркале с синей рамкой. Вчера, вот, кто был в эфире, мы с вами делали то же самое. Мы видели проблему с синей рамкой. Он увидел себя хорошо выполняющим свою работу, но недовольным ею Затем он изменил рамку зеркала на белую и визуализировал цель, которую он хотел достичь. Более широкий диапазон деятельности и больше удовлетворения. Вся процедура заняла у него менее трех минут. В последующие дни, когда он чувствовал бессмысленность своей работы, он немедленно воображал зеркало в белой рамке и образ решения проблемы, который он использовал. Спустя неделю один из его клиентов предложил ему основать предприятие, связанное с поставками в его город. Нового потребительского продукта. Это был заманчивый творческий проект, требующий не только знания о бухгалтерии, но и способности к инновационной маркетинговой деятельности. Вот прямо у кого не с работы, вот это сейчас о вас. Сидни согласился и со временем достиг большего объема продаж значительно превосходящего плана на первый год. Но что еще важнее, новое дело принесло ему радость. И он почувствовал прилив энергии и снова ощутил интерес к жизни. Была ли связь между мысленным образом, построенным в Сидни и приложением клиента? Скептики скажут: совпадение. Тот также считает, что это просто совпадение и ему э, повезло. Спасибо вам за лайки. Вот мы последователи метода Сильвы переживаем много таких счастливых совпадений. Я это называю БСО благоприятное стечение обстоятельств, или я это называю ключевые события. И начинаем относиться к ним как к творениям Божьим, на которых он не подписывался. Управляйте своим разумом ради достижения результатов. Мозг содержит около 30 миллиардов Представляете, насколько наш мозг могущественный? 30 миллиардов. Мне даже сложно представить это число. Каждый нейрон представляет собой скопление атомов, которые работают на вас подобно компонентам компьютера. Вы обладаете встроенным компьютером, состоящим из многих миллиардов элементов, что превосходит любое устройство, созданное руками человека. Большинство Офисных компьютеров могут связываться с внешними компьютерными системами по телефонным линиям, получая оттуда огромные объемы информации в дополнение к собственному программному обеспечению. Наш ментальный компьютер может делать то же самое, связываясь посредством правого полушария головного мозга с большим компьютером, называемым высшим интеллектом. Если правое полушарие не работает, нет и связи с большим компьютером. Или мы по-другому это говорим Богом, высшим разумом кто присоединяется, мы продолжаем читать книгу Хосе Сильва. Когда бухгалтер Сидни расслаблялся и создавал образы по методу Сильва, он заставлял работать оба полушария мозга. Визуализируя проблему в зеркале с синей рамкой, а решение в зеркале с белой рамкой, то, что мы вчера с вами делали, проблема в синей рамке. Спасибо большое, Валентина. У меня еще одна розочка. Поэтому, друзья, прошу присоединиться к Валентине и добавить мне о розочке. И, конечно же, делиться эфиром. Вот. А решение в зеркале с белой рамкой. Его ментальный компьютер мгновенно связывался с большим компьютером, который получал информацию от многих других компьютеров, таким образом мог найти решение проблемы. В результате Сидни получил помощь с другой стороны. Если мы начнем пользоваться компьютерным языком в этой книге, многие читатели замашут руками. Мир компьютеров имеет свой собственный язык, не всегда понятный посторонним. У философов тоже есть свой язык. И у священников, ученых. Все эти языки лишь разные формы выражения одного и того же. Представьте себе, что мы задаем каждому из них одинаковый вопрос. Как вы можете получить помощь с другой стороны? Как бы они ответили? Философ мог бы сказать, настройте свой интеллект на высший разум. Священник ответил бы, читайте Писание и молитесь. Ученые мог бы сказать, активизируйте правое полушарие мозга, чтобы вступить в контакт с морфогенетическим полем. Все трое на самом деле сказали одно и то же. Однако вам, читателю, один из перечисленных ответов может показаться понятнее, чем другие. Как мне удовлетворить вас всех? Как я могу говорить на всех языках одновременно? Инструкции, изложенные в этой книге, потенциально настолько важны, что я должен говорить на понятном языке. Поэтому я использую философские, религиозные и научные те термины по переменам. Некоторым читателям может больше нравиться термин «бог», нежели, нежели «высший интеллект» или «высший интеллект» нежели морфогенетическое поле. Если я буду пользоваться всеми тремя терминами, отбирая тот, который кажется наиболее подходящим в конкретном контексте, вы привыкнете со временем ко всем трем. Спасибо вам за лайки. Топайте, друзья, топайте, чтобы мы могли выйти наверх. У нас всего 16 человек. Странно, первый раз у нас было почти 300 человек. Так, кто где потерялся в пути? Таким образом, подобное использование различной терминологии помогает каждому легче получить помощь. Причина этого состоит в том, что разделение, отличие и полярность являются характеристиками, присущими левому полушарию головного мозга. Правое полушарие, ответственное за связь с другой стороны, не делает различий. Оно видит суть. За всеми кажущимися разногласиями стоит общий знаменатель, а за многообразием единство. Более терпимо относясь к различиям, мы становимся лучшими операторами своих ментальных компьютеров. Точнее, настраиваемся на высший интеллект, становимся ближе к Богу. Как активизировать правое полушарие? Если бы все люди обладали более холистическим взглядом на вещи, ну то есть целостным, поэтому я всегда говорю, мерцает экран, неудобно смотреть, тогда вы просто меня слушаете. Вы просто меня слушаете. То есть вам э, легче получается на меня смотреть, которое я читаю. Тогда просто закройте глаза и э, не читайте со мной, а слушайте, что я говорю. Я просто не знаю, как переключить так, чтобы э, снова я... А э... мы ну, сейчас попробуем. О, хорошо, давайте сделаем таким образом. Тогда просто слушайте меня. Помимо осознания огромной ответственности человечества, мы пришли бы к ощущению глубокого родства между людьми и стали бы носителями большей духовности. Планета Земля могла бы стать раем. Добрый вечер, дорогая Александра. Вы, вероятно, спросите, как может начаться такая перемена? Ответ прост. Она начинается с вас. То есть все перемены начинаются с каждого из Когда вы расслабляете свое тело, успокаиваете свой разум и мысленно воспроизводите изменения – которые вы хотели бы осуществить в своей жизни, то желаемое происходит, ваше отношение к жизни изменяется. Исполняются ваши ожидания. Добрый вечер, Юля. Возрастает уверенность в себе, и это поощряет вас стремиться к дальнейшим улучшениям. Вы расслабляетесь и мечтаете, и перемены наступают вновь. Ожидание и вера являются важными составляющими успеха. Чем больше ваши ожидания и крепче вера, тем выше ваш средний результат попадания. Спасибо вам за то, что вы топаете. Так, топ-топ-топ. И бегут, 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 бегут. Вот, и все бегут, 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 бегут. Отсутствие ожидания и веры – это следствие работы вашего левого полушария, пытающего подчинить вас ограничениям физического мира. Левая половина мозга говорит вам, это не может произойти, потому что это нелогично. У кого мозг приблизительно так же работает? Не может такого быть. Потому что не может такого быть, потому что это нелогично. Когда вы даете своему ментальному компьютеру команду ⁇ пошел ⁇ он начинает работать. Когда вы говорите ему ⁇ стой ⁇ он останавливается. Отсутствие веры ⁇ это команда ⁇ стой ⁇ Если мы в процессе своего мышления больше используем правое полушарие, то левое полушарие реже и с меньшей мощью встает у нас на пути. Мы тогда имеем больше возможностей подняться над логическими ограничениями и достичь. Целей. Мы получаем помощь, направленную на улучшение нашего здоровья. Добрый вечер, Наталья. Обеспечение большего процветания и счастья. Теперь вы уже можете догадаться, откуда приходит эта помощь. Эта помощь приходит от правого полушария, или, как люди говорят, от Бога. Как помощь другой стороны подходит, приходит к нам? В начале 60-х годов, за несколько лет до того, как я представил общественности метод Сильва, мои исследования истощили меня как в финансовом, так и в духовном плане. Однажды ночью, примерно через два часа после того, как я уснул, меня разбудила яркая вспышка света в голове. Я увидел озаренный светом два набора цифр, один под другим, сверху 343, а под ним 373. Мне также явился ли Христа и предстало видение, когда-то когда прочитанное мной в анонимном трактате под названием «Одна единственная жизнь». Это было трогательное описание того, как одна человеческая жизнь может повлиять на многие. Часть метода Сильвы является получение ответа с другой стороны, во сне которые вы можете запомнить, понять и использовать для решения проблемы. Я рассказывала вчера о том, что я тоже часто очень использую сны для решения проблем. Поэтому меня весьма заинтересовало значение этого сна. Весь следующий день я размышлял над смыслом увиденных во сне цифр. Может быть, мне следовало позвонить кому-то по этому номеру или связаться с водителем с таким номером машины. Я искала эти цифры повсюду, но тщетно. Когда в 8.45 вечера я уже закрыл свою небольшую лавку в Лареда, штат Техас из нашего дома, расположенного через дорогу, ко мне пришла жена Хасе, если поедешь по вызову за реку в нью Лэнд, вообще какое-то название, купи мне бутылку медицинского спирта. Дорогая, ответил я, у меня нет вызовов э, из-за границы, но я все равно съезжу и привезу тебе бутылочку. Здравствуйте. Мы читаем книгу Хасе Сильва. В этот момент в магазин вошел один мой приятель, который согласился поехать со мной. По дороге я пересказал ему свой сон. Он тоже интересовался силой разума, так что не должен был принять меня за сумасшедшего. У кого есть вот страх, что, не дай бог, меня примут за сумасшедшего. В Мексике проводится лотерея, напомнил он мне. Почему бы нам не заехать в их контору? А что мы теряем, согласился я. И мы остановились перед лотерейным офисом. Они закрывались в 9 часов, так что мы опоздали на несколько минут. Затем мы отправились в магазин за спиртом. Пока я покупал спирт, мой друг порыскал по магазину и набрел на связку лотерейных билетов, висевший на веревочке. «Какие цифры ты видел во сне?» – обратился он ко мне. «Три, четыре, три или три, семь, три. Число три, четыре, три есть», – сказал он. «Ты смеешься надо мной?» – воскликнул я, подбегая к нему. «Разумеется, все так и было. Я купил этот билет. Смотрите, видите, во сне пришел, пришел, момент, да? И на той веревке оставалось э, еще пять билетов. Цифры 3, 7, 3 я так и не нашел. Но через несколько дней выяснилось, что я выиграл. Я вернулся домой с 10 тысячами долларов наличными после оплаты налогов. Представляете, в 60-х годах 10 тысяч долларов. Это сумасшедшие деньги. Проследите цепочку событий, которая привела меня к приснившемуся мне номеру. Какой расчет времени? Сколько совпадений? Представляете? Выигрыш в лотереи восстановил мои финансы и укрепил мой дух. То есть, вот так Бог подсказывает, знаете, когда вот человек выполняет свое призвание, свою миссию, мне тоже очень много раз были такие моменты, когда просто мне деньги приносили в конверте. Вот. Потому что когда ты выполняешь свое признание, призвание, и когда ты вот в потоке, то э, когда я говорю, Бог, когда назначает, Он же и призывает. Выигрыш в лотерею восстановил мои финансы. Лик Христа и одна единственная жизнь. Не были ли это подписи автора этих случайных событий? Это была помощь другой стороны без какой-либо неопределенности. Иногда помощь другой стороны приходит еще быстрее. Она может быть более тонкой и менее очевидной. Помощь может поступить напрямую от члена вашей семьи или совершенно незнакомого человека. Она может выпасть из океана или быть принесена дуновением ветра. Водове с четырьмя малыми детьми пришлось одним жарким днем разочаровать их, так как она не могла купить билет на автобус, чтобы свозить их к морю. Это он рассказывает сейчас об истории. Спустя пять минут один из малышей прибежал к ней. «Смотри, мама, это только что принесло ветром», сказал он, протягивая ей 5 долларовый билет вот еще один пример помощи от бога сейчас я попрошу вас отложить книгу и насладиться несколько минут отдыха от стресса прямо сейчас давайте это сделайте то же самое вы закройте глаза сделайте глубокий вдох и визуализируйте пассивную сцену тем самым вы активизируете правое полушарие головного мозга ваша связь с другой стороны царством со и жизненной силы станет крепче когда вы откроете глаза, то почувствуете себя лучше, чем сейчас. Вы ощутите, что тело наполнено с новыми силами и свежестью. Прямо сейчас почувствуйте это ощущение. Можете мысленно перенестись в какое-то место природы, на берег моря или в горы и прямо почувствовать себя там. Спасибо вам за лайки. Вот перечень необходимых действий. Сначала прочитайте. Сядьте поудобнее. Можете прямо сейчас это делать. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и выдыхая расслабьте тело. Вообразите мирную сцену, являющуюся для вас идеалом покоя и красоты. Бельг, лук, дерево. И визуализируйте себя там в течение одной или двух минут. Прямо перенеситесь туда и почувствуйте, что вы сейчас на том месте, в котором вам классно было и было классное ощущение. И скажите себе, что когда вы откроете глаза, вы будете чувствовать себя прекрасно, бодро. И лучше, чем прежде. И откройте глаза. Как вы сейчас себя чувствуете? Как вы себя сейчас ощущаете? Сравните от того момента, когда вы только вошли в этот внутренний мир и к тому моменту, когда вы вышли. И добавьте сердечек. Перечитайте этих шесть шагов еще раз. Заметьте, насколько они просты и естественны. Знаете, мы бегаем по разным, по разным техникам. Мы пытаемся то ту, ту взять, то то А вот вам такая простая техника для перезагрузки. Это можно делать в машине, это можно делать на работе, это можно делать в туалете. Я помню, когда у меня было трое детей, вот, и у меня единственное место, где я могла спрятаться от всех, туалет. Я уходила и говорила, дайте мне пять минут тишины. Я закрывалась в туалет, вот закрывала глаза, мысленно переносилась в то место, которое наполняло меня энергией, силой, и выходила и продолжала свои будни мамы. Итак, первые три это то, что делает большинство людей, возвратившись домой после тяжелого рабочего дня. Последние три типичная форма мечтания. Готовы сделать это еще раз? Давайте будем практиковать, потому что это навык, который надо отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. Сядьте поудобнее, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдыхая скажите, я расслабляю тело, спасибо Ириночка. Вообразите какую-то картину, берег лук, дерево. И вообразите себя там. Прямо перенеситесь мысленно туда. Прямо прогуляйтесь там. И разрешите сейчас себе расслабленно расслабиться и сказать, за эти две минуты я отдохну как никогда и буду чувствовать себя, когда открою глаза, как никогда прекрасно, как никогда хорошо. И я буду себя чувствовать бодро, чем прежде. Делайте глубокий вдох-выдох и открывайте глаза. Теперь вот этот навык нам надо формировать каждый день. А лучше по два, по три, по четыре, по пять, по шесть раз в день, чтобы перезагружаться и наполняться энергией. Потому что сегодня очень много людей жалуются, что у них не хватает энергии. Если бы они знали вот такое простое упражнение, казалось бы, ну что может еще быть проще? Итак, вы только что сделали первый шаг навстречу Богу. И чем ближе вы придвигаетесь к ней, тем ближе она придвигается к вам. Результат – Помощь от Бога будет приходить быстрее и на более широкой основе, пока ваша жизнь полностью не изменится. У меня как будто разбегаются мысли. Прямо возьми, отсчитай 10, 9, прямо увидь вот вспышка света в голове и посчитай и слушай дальше. Дары растут числом и ценностью. Здоровый человеческий организм живет дольше. Делает больше и работает лучше, помогая создателю в его творении, преображая нашу планету в рай. Когда ваш разум прикасается к высшему интеллекту, вы становитесь сверхзаряженным генератором идей. Я увидела себя на высокой скале, и ветер развивает вещи, как будто парил класс. И вот это состояние прямо запоминаем, и разрешаем ему нас вдохновлять. Когда ваш разум прикасается к высшему интеллекту, вы становитесь сферозаряженным генератором идей. Спасибо большое, Ириночка. Большое-большое спасибо. Вы становитесь сферозаряженным генератором идей, человеком, на которого все равняются, изобретательно решающим все проблемы и катализатором улучшения человеческих отношений. Теперь вы понимаете, откуда мой гений? Вы понимаете, на что, почему вот все говорят, вы что, во всех сферах разбираетесь? Теперь вы понимаете, откуда. Потому что я медитирую по Хаса Сильва, но уже на лет 12. За упражнением, которое вы только что выполнили, последуют другие, на выполнение которых потребуется больше времени. Но затем необходимое время сократится, пока вам не останется только дефокусировать зрение и помечтать. Тогда контролируемое мечтание станет для вас ключом к воротам рая. Когда вы разовьете себе способность ходить альфа-уровень и умение применять визуализацию, создание мысленного образа чего-то, что вы когда-то уже видели, и воображение, создание мысленного образа чего-то такого, что вы еще никогда не видели. Ваше сознание будет вступать в контакт с старством творчества. Это все равно, что находиться в контакте с нефизическим миром интеллекта, невидимым духовным миром, из которого был создан этот видимый физический мир. Что является источником помощи? Без помощи, с другой стороны, мы реализуем себя в гораздо меньшей степени, чем могли бы. Мы можем стать переменчивы в настроении, бессмысленны в речах, бесполезны в действиях и почти без друзей. Мы часто тратим драгоценное время жизни, двигаясь никуда, много болеем, испытываем разочарование в любви. Используя правое полушарие, мы можем получать помощь от другой стороны. Не является эта другая сторона просто другой половиной нашего мозга. Или это огромный человек с длинной белой бородой, сидящим там на небе. У кого какой, какой образ Бога? Истина лежит где-то между этими двумя гипотезами, и видится она разным людям по-разному. В течение тысячелетий человек видел Бога в своем собственном образе. На самом деле, справедливо обратное. Бог по определению является создателем, и это Он создал человека по своему образу и подобию. Бог — личность творческая, разумная, понимающая. И потому человек является лицом творческим, разумным, понимающим. Пытаясь понять и объяснить новейшие открытия, современные физики выдвигают теорию, что вся Вселенная заполнена интеллектом. Пространство и так содержит множество энергетических полей, так что добавление еще одного поля интеллекта не нарушает наши текущие научные парадигмы. Но многие ученые остерегаются официально признавать эту концепцию о поле интеллекта, опасаясь того, что она слишком близка к религиозным понятиям. Это точно. Вот знаете, вот как бы с человеком не разговаривают, вот говоришь Бог, да, они сразу. А все к какой вы секте относитесь? Говоришь выше разум. А к какой вы секте относитесь? Поэтому Хасасилова просто говорит: правое полушарию. Надежные свидетельства, однако, вынуждают ученую братью всерьез отнестись к этой идее. В течение сотен лет теосовская и метафизическая литература утверждали, что за физической вселенной есть духовный фундамент или первопричина. Сегодня возможность этого предстает перед учеными в форме неопровержимых данных. Отдельные ученые еще в минувшем десятилетии начали в разных формах выражать идею высшего интеллекта. Доктор Капра, американский физик, автор книги «Дао физики», сравнивает знания современной физики о мельчайших частицах атома с представлением древних китайских философов о духовном мире. Доктор Карл Прибрам, известный американский нейрохирург, рассматривает отражение нейронами физической вселенной как процесс голографии. А это подразумевает, что наш мозг был предварительно ознакомлен с концепцией строения Вселенной. Британский ученый Джейкоб Бэм изложил ту же голографическую теорию в одном из научных журналов. Ни один из двух ученых не подозревал о параллельной работе друг друга. Физик Питер Рассел указывает на интеллект, присущий самой планете Земля, называя его глобальным мозгом. Он видит доказательства своей концепции в том, что наша планета поддерживает свою температуру и очищает свои воды, несмотря на вмешательство человека. Биолог Руперт такой-то неоднократно доказывал путем лабораторных экспериментов, что различные виды животных, вероятно, могут подключаться к общему для всего вида интеллекту. Когда достаточно большое число мышей выучивало лабиринт, оказывалось, что внезапно все мыши знали его строение. Это вот как одна обезьяна начала мыть банан, да? Пришли так же. Поэтому, когда вы в своем роду начинаете духовное шествие, у вас все вокруг начинает преображаться. Когда большая масса людей узнает о чем-то, становится проще и всем людям узнать об этом. Шелдрик называет это общий интеллект морфогенетическим полем. Клип Бакстер, специалист по полиграфии, выяснил, что этот прибор способен фиксировать реакцию растений на мысли человека, даже находящегося на большом удалении. Его соображения изложены в книге Тайная жизнь растений. Бакстер пошел дальше и обнаружил ту же восприимчивость в животных клетках, включая клетки человека. Он использовал электроэнцефалограф и получил воспроизведимые результаты. Клетки, взятые из ротовой полости человека при электромониторинге, реагируют на эмоции этого человека даже с расстоянием. Вы представляете, вообще на что мы способны? Ученые проникли в малейшие частицы материи и обнаружили энергетические системы и поля интеллекта. Это может оказаться не только последней границей, но и областью, которую невозможно измерить приборами физического мира. И наилучшим инструментом для понимания становится собственный разум ученого, так же, как и наш с вами. Давайте теперь изучим релаксационную связь. Каким образом такое простое действие, как релаксация, скажите, релаксация, это вот такой простой инструмент, которая сегодня владеет абсолютно любой человек, и за это даже платить не надо, да, только надо себе позволить, позволяет нам преуспеть в столь важном вопросе, как контакт с другой стороной. Почему нам нужен контакт? Для того, что нам нужна энергия, нам нужна сила. Вот. Большинство из нас рассматривает физическую релаксацию как просто ничего не делание, но в действительности это нечто большее. Когда вы возвращаетесь домой после напряженного рабочего дня или когда слишком возбужденных детей наконец-то удается загнать в постель, вы и без сил плюхаетесь в удобное кресло, благодаря Богу, что можете вот так посидеть спокойно без необходимости что-то делать. А кто вот может себе позволить ничего не делать, не потому что масса людей они считают, как-то ничего делать не буду, знаете это как грех самый большой, который может только быть, как это. Я... Ну, ты вот должен что-то делать, как это, что я сижу без дела, да? Потому что нам с детства, нам мама говорила, что ты сидишь без дела, а ну давай быстренько, сижу, делать нечего, да? Вот я помню, моя мама папе всегда говорила, папа приходит с работы, только плюхана. Чего Что ты без дела сидишь? Идем, вот то надо сделать, то папа, вот, а, я так устал на работе. Идем, идем, тебе надо делать. Вы способны расслабиться до, до некоторой степени, чего однако недостаточно для актива активации правого полушария мозга и установления контакта с другой стороной. Мышцы, ткани, железы и органы вашего тела по-прежнему сохраняют в себе возбужденность прошедшего дня. От этой напряженности необходимо избавиться. Когда вы научитесь снимать подобные стрессы, то станете здоровее и счастливее. Истинная релаксация лучшее, тонизирующее средство, которое вы можете дать себе. Как обуздать кортизол? Релаксация. Плюс у нас есть комплекс, который как раз очень снимает кортизол. Сегодня я разговаривала с женщиной, которая уже две недели принимает этот комплекс, и она мне говорит: Глин, а это вообще нормально? Говорит, я сейчас говорит, хожу такое, как амебоподобное говорит, это вообще нормально то, что со мной происходит? Я говорю, а что вас, а что вас смущает? Она говорит, просто у меня раньше нервная система была вся такая, как оголенная, говорит, любое слово меня раздражало. Любое слово, я, говорит, как собака бросалась на мужа, говорит, на детей. А сейчас, говорит, хожу такая, говорит, и, говорит, такое ощущение, что это не я. Говорит, мне, говорит, все спокойно, мне так хорошо. Муж говорит, что с тобой случилось? то что, что ты сделала с собой? Где моя, которая меня все время пилила? Она говорит, а мне говорит, такое состояние, говорит, я расслаблена, днем полегла, отдохнула. Я никогда себе не разрешала днем. Я говорю, все время вот такая была. То есть кортизол э -э, снимается, когда мы начинаем вкладываться, инвестировать в себя. Вы, вероятно, спросите, как же мне снять напряженность тела? Ответ прост. Вашим телом управляет мозг, и вы можете управлять мозгом. Поэтому вот этот метод силы, он тоже очень хорошо. Я везде говорю, нам надо действовать с двух сторон. Со стороны, работая с телом, и со стороны психологии, со стороны духовного мира, если вам более приятно так думать. Давайте посмотрим на мозг в действии. Вам не придется откладывать эту книгу в сторону, чтобы следовать инструкциям. Возьмите книгу в левую руку, чтобы правая рука была свободна. Сожмите ее в кулак. Давайте прямо сейчас. Ваш разум подхватил эту идею прямо со страницы, затем передал команду руке через нервы и мышцы. Сейчас я попрошу вас сжимать свой кулак все сильнее и сильнее, а потом прекратить давление. Смысл этой инструкции состоит в том, чтобы дать вам возможность запомнить ощущение истинной физической релаксации. Момент устранения давления – это ощущение релаксации. Прямо ощущайте. То есть вот когда вы не можете расслабиться, вам надо все тело сжать, прямо вот ощущение такое. Я сжимаю, 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 жмаю. раз. И в этот момент вы испытываете релаксацию. Не пятью секундами позже, а именно в тот самый момент. Так будьте готовы к этому ощущению. Готовы? Сжимайте кулак. Еще сильнее. Еще сильнее. Еще сильнее. А теперь отпускайте правда, вы почувствовали себя хорошо. Это и есть релаксация. Вы будете наслаждаться данным ощущением во время упражнений по релаксации, которые ждут вас на следующих страницах. Вы можете поэкспериментировать с этим ощущением в других частях тела прямо сейчас, если хотите. Возьмите книгу в обе руки, напрягите лодыжку, оттягивая носок вниз и тем самым создавая напряжение в ноге. Давайте прямо сейчас. Напрягите лодыжку, оттягивая носок вниз на ноге, тем самым создавая напряжение в ноге. Сделали? Еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. А теперь отпустите. Стисните зубы, сжимая челюсти. Сильнее. Стисните зубы. И теперь отпустите. Видите, мы идем в состоянии напряжения, расслабления. Напряжение, расслабление. Прекрасное ощущение. Утро, день и вечер. Сейчас вы можете спросить, что дает релаксация для контакта с Богом? Ответ все. Краткое напоминание. Релаксация тела позволяет вам расслабить разум, то есть или психическое поле. Релаксация разума замедляет частоту мозговых волн. Спасибо вам за лайки, спасибо вам за сердечки. И я напоминаю, наша цель 20 розочек. Замедление чистоты. Тем, кто присоединяется, мы читаем книгу Хосе Сильва сам себе целитель. Замедление частоты мозговых волн позволяет правому полушарию мозга функционировать более активно. Правое полушарие обеспечивает вам связь с нематериальным, созидательным царством, другой стороной. Релаксация настолько же необходима для получения помощи, как для того, чтобы позвонить по телефону, нужно снять трубку и набрать номер. Если получение помощи важно для вас, тогда чем быстрее вы приобретете навыки, необходимые для релаксации, тем лучше. Исходя из предположения, что вы хотите учиться быстрее, я предложу вам выполнять упражнения утром, днем и вечером в течение 20 дней. Вы знаете, друзья, теория – не что. Практика, практика, практика и практика. Поэтому давайте вот сделаем себе, например, на завтра напоминание, что мне нужно это упражнение. Вот можете прямо сжимать все тело. И вот он так то есть учиться через... Потому что когда мы просто говорим «расслабься», как ты можешь расслабиться, когда у тебя психическое поле напряжено? Особенно если кто-то тебя э, вывел из себя. Вы приобретете способность получать помощь, когда она вам потребуется, работая на половине и даже четверти предложенного темпа. Но это займет вдвое или четверо больше времени. Иными словами, вы можете повторять каждодневное упражнение каждый день по несколько раз в день, если хотите быть уверены в своем прогрессе. Когда метод Сива преподается группе, способность переходить в уровень глубокой релаксации приобретается каждым слушателем за 5-6 часов. То есть я хочу, чтобы вы это услышали, потому что очень многие люди, они от себя требуют, чтобы это мгновенно было. Поэтому это навык, с которым, с которым надо работать. Разумеется, потом навыки укрепляются практикой. Вы тоже всему научитесь. Правда, самостоятельное обучение по книге занимает больше времени, чем занятия с тренером. Поэтому приглашаю вас по работе со мной как с тренером. Позвольте мне объяснить, что вы будете делать утром, днем и вечером. Сначала я изложу вам краткий перечень упражнений, а детальные инструкции дам позже. Утро. Каждое утро. Прямо где-то записывайте себе. У нас, знаете, как врач. Эту таблетку мы пьем за 15 минут до еды, эту таблетку мы пьем за час после еды, эту таблетку мы пьем через 40 минут перед обедом и так далее. Вот вам упражнение на утро. Каждое утро, просыпаясь, вы будете закрывать глаза и считать в обратном порядке от 100 до 1. То есть проснулись, закрыли глаза и на мысленном экране в том и 99. И 98, И 97, И 96, И. То есть, и при этом вы можете видеть здесь огненные цифры. 95. Дышите глубоко. И 93, И 92, И 91. Что это позволит? Ваш мозг будет в фокусе, во внимании. Плюс еще, когда мы отсчитываем назад, я вчера об этом говорила, мы таким образом замедляем свои функции э, своего мозга и таким образом правое полушарие начинает включаться. То есть вот вам э, упражнение от 100 до 1. Если вам сложно э, и вы постоянно сбиваетесь, э, вот вы дошли там до 87 такой, по привычке мысль вас погнала туда, туда, то начните хотя бы от 10 до 1 или от 20 до 1. Это дело практики. Если вы будете постоянно-постоянно это практиковать, то вы это будете делать очень легко. Вот я уже практикую 12 лет, для меня это очень легко. Прямо, прямо как дважды два, четыре. День. То есть это утро, день. Пообедав, будь то на работе или дома, вы сядьте на удобный стул, расслабитесь и будете контролируемым образом мечтать. Прямо скажите со мной, мечтать. Что вы хотите? Там, дом себе купить на берегу моря, или поехать в отпуск, или со мной заняться бизнесом и приобретать хорошую, хорошую э, зарплату. У нас в нашей компании люди получают 8-10 тысяч долларов легко. Скажи, легко. Я знаю, что для многих это такое, что? 8-10 тысяч долларов? Да Ты о чем? Мне бы тысячу долларов, и я был бы самым счастливым человеком. Ну, если для вас 1000 долларов тоже хорошая зарплата, могу показать, как это делать. Итак, днем мы медитируем, мечтая. Вечером, когда день остался позади и вы можете спокойно сесть в любимое кресло, вы будете выполнять упражнения по релаксации и мечтать целеустремленным образом. Навыки, которые вы приобретете за несколько минутных упражнений утром, днем и вечером вскоре сойдутся вместе. Вы сможете расслабляться физически и ментально, входить в альфа-уровень и контактировать с, через правое полушарие с Богом, высшим разумом, как хотите. А так как мы Богу наделяем его правами и способностями всемогущим, все сильные, все знающие, то вы понимаете, да, к чему это идет. Сейчас я даю вам детальные инструкции на первые пять утренних, дневных и вечерних упражнений. Потом, в конце этой главы, я сделаю краткое резюме вашей полной ежедневной программы, чтобы вы могли посматривать туда. Что делать утром? В дни, первой, 5. Проснувшись утром, сядьте, подложите подушку под спину. Потом закройте глаза и начинайте обратный отсчет от 100 до 1. Обратный отсчет расслабляет. Отсчет вперед готовит нас к действию. Раз, два, три. Пошел. Да? Когда мы говорим 3, 2, 1, мы таким образом замедляемся. Вот. То есть и уровень кортизола ваш будет в том числе падать. Понять, почему нам утром необходимо считать от 100 до 1, поможет таблица 1, которая иллюстрирует воздействие релаксации на разум. Сейчас посмотрим, если... Ну, тут он описывает разные уровни. Давайте сначала рассмотрим центр. Он подразделяется на 4 уровня, соответствует частоту мозговых волн, то есть количество энергетических волн, которые ваш мозг испускает за секунду. Да, вы прочли правильно. Ваш мозг вибрирует с определенной частотой, лежащей в пределах между 14 и 21 волной или циклами в секунду. Ученые научились измерять мозговые волны с помощью устройства обратной биосвязи, известного как электроэнцефалограф. Частота вашего мозга в этом активном бодром состоянии называется бета-уровнем. Когда вы расслабляетесь, частота мозговых волн замедляется. Это диапазон от 8 до 13 колебаний в секунду. Называется альфа-уровнем. Мы добиваемся достижения именно такой частоты мозговых волн, поскольку как раз на этом уровне правое и левое полушарие мозга работают совместно. Друзья, лайкайте и розочку не забывайте мне дрить. Выйдя на альфа-уровень, мы можем запрограммировать наш ментальный Компьютеры связаться с большим. Валентина, спасибо большое. Ух ты, класс. Вот это я поняла. Раз и 50%. Так. Спасибо большое. 50% есть. Частота между четырьмя. Все достигнуто. Валентина. М -м -м. И, и лайки. Итак. Частоты между четырьмя и семью циклами в секунду называются тета-волнами. Это уже граница сна. Более низкие частоты, ниже четырех, соответствуют глубокому сну. Альфа-уровень – солнце сновидение, Тета вот и дельта без них. Я всегда медитирую вот с такой повязочкой. На глаза вы можете ее купить в любом магазине. Вот. То есть почему очень важно медитировать, научиться? Потому что сюда не поступает свет как наш мозг устроен. Когда сюда попадает свет, то мы то есть у нас вырабатывается нейромедиатор серотонин, который говорит, на старт внимание марш. Поэтому мы очень активно бежим. Когда же вот сюда свет перестает поступать ночью, то есть раз сюда перестает, через 15 минут после того, как сюда перестает поступать свет, у нас начинает вырабатываться мелатонин. А мелатонин, сидя ночью, Поэтому мы начинаем сновидеть. А если мы еще начнем это осознанно сновидеть, например, вы вошли в это состояние замедленного, и в этот момент вы начинаете представлять, вот мы едем, вот путешествуем, вот мы берем береты, вот это т, вот это т, вот это т, -то, то наш мозг начинает это воспринимать как норму жизни. Поэтому я всегда работаю, работаю таким образом. И это очень важно понять, как работает наш мозг. Знаете, если бы нам в школе это самое, если нам в школе бы преподавали это, то я думаю, что мы бы с вами, конечно, были бы ну, просто супер бойцами и могли действительно сделать невообразимое. Итак, поставила новую цель, огонечки. Итак. Альфа-уровень сон. Посмотрим, что происходит с телом, когда вы достигаете низких мозговых частот. На бета-уровне вы в основном принадлежите этому физическому миру. Миру пяти чувств. Зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Миру времени и пространства. На альфа-уровне вы попадаете в другой мир. Мир, где физические стандарты остаются позади. И, возможно, восприятие без органов чувств. Спасибо большое. Спасибо, Валентина. И также не забываем лайки. Альфа-уровень ⁇ это не физическое царство, где временные и пространственные барьеры больше не существуют и включается в работу интуиция. Интуиция. Экстрасенсорное восприятие ⁇ работа психики. По мере того, как вы углубляете уровень релаксации до альфа, замедляя мозговые волны, ваш разум переходит из внешнего уровня сознания во внутренний. Знаете, вот почему нам важно теорию знать? По одной простой причине мы тогда будем понимать, что мы делаем. То есть осознанность ⁇ это ключ. Ко всем процессам, которые мы делаем, вы видите, здесь никакой мистики, здесь осознанная работа с, со своими мозговыми волнами. Психологи когда-то называли эти внутренние уровни подсознанием. С помощью метода сильва, управления разумом эти уровни перестают для вас быть под. И становятся сознательными, да, осознанными. Мы способны использовать их сознательно. Скорее уже, эти уровни становятся сверх. Сознательный. Таким образом, когда вы садитесь в постели, опираясь на подушку, закрываете глаза и считаете от ста до одного, вы учитесь входить в альфа-состояние, где можете функционировать на сверхсознательном уровне со своим Высшим Я, частью вашего разума, который находится в соприкосновении с Божественной стороной. В основном, если вы в этот момент осознанный, вы засыпаете. То есть вы проснулись и говорите, «Так, мне надо считать до ста до одного». Вы заснули, поэтому что вы делаете, что я делаю? Я вылезаю с кровати, потому что мой мозг запоминает, кровать для сна. И если я остаюсь в кровати, я просто вырубаюсь. Поэтому у меня есть кресло, в котором я сейчас сижу, да, я сажусь, одеваю маску, я сажусь, не лежу, сажусь, потому что я понимаю, что если я сейчас лягу, я просто вырублюсь, и у меня будет второй прекрасный сон. И вот я в этот момент считаю от 100 до 1. Достигнув цифры, скажите себе мысленно, всякий раз, когда я расслабляюсь таким образом, я вхожу в альфа-состояние глубже и быстрее. Заканчивайте упражнение отсчетом от 1 до 5. Остановитесь на цифре 3 и скажите себе, когда я открою глаза при счете 5, я буду совершенно бодр. То есть видите, что мы делаем? Мы программируем себя. Когда я открою глаза при счете 5 я буду совершенно бодр и буду чувствовать себя прекрасно. Есть аудиозаписи всех этих упражнений, они в курсе, которые я распространяю. При счете 5 откройте глаза и скажите себе, я совершенно бодр и чувствую себя прекрасно. Теперь еще раз пересчитайте эти инструкции, чтобы правильно выполнять данное упражнение каждое утро. Итак, что делать днем? Дни когда мы мечтаем, мы творим. Воображение — наша созидательная способность. Поэтому можно было бы подумать, что воображение и мечтание является приоритетом номер один в нашей образовательной системе. Не правда ли? Отнюдь. Не далее, как позавчера, считалось преступлением для учащихся мечтать на уроке. Простая формула человеческого творчества расслабиться и создавать образы, рассматривалась как табу. Вы теперь понимаете, почему у нас так много логичных людей. Потому что, когда ребенок расслаблялся, его просто били по голове и говорили: А ну, возвращайся обратно к уроку. И у ребенка запомнилось на нейроны связи, что так делать нельзя. Однако учителя и родители начинают понимать ценность направленного мечтания. В самой картине всегда предшествует ее мысленный образ в мозге художника. Модельер держит в уме мысленный образ платья, который он конструирует, и только потом может быть изготовлен образец и выкроена ткань. Архитектор должен видеть здание перед тем, как сделать набросок, уточнить детали, начертить перекрытие стены, составить спецификации, подсчитать стоимость и принять руководство началом строительства. Визуализация и воображение нашего разума не могут игнорироваться той стороной. Обе стороны взаимосвязаны. И воображение помогает нам пользоваться средством связи, правым полушарием головного мозга. Прямо скажите, моя цель – правая часть головного мозга включить своего. Потому что левая часть – Аналитическая часть, или еще называют сильная голова, у человека, у которого очень сильная голова, ему так тяжело пробиться в это правое полушарие. Каждый день после того, как вы пообедаете и расслабитесь, я буду направлять создание вами мысленных образов. Сначала мы будем пользоваться визуализацией, потом воображением. В чем разница? Визуализация – это мысленное изображение того, что вы уже когда-то видели своими глазами. Визуализация – это то, что вы видели. Вы воссоздаете картину оком вашего разума. То есть, вот, например, я была в Таиланде, я гуляла по берегу моря, и я уже могу ее визуализировать. То есть я, когда уезжала, кто следит за мной давно, вот вы помните, в тот день, когда я уезжала, я прямо пришла и запечатлевала. Я прямо видео даже делала. Я сейчас говорю, я запечатлеваю сейчас этот образ. Я впечатываю этот образ. Потому что мне важно этот образ запечатать, запечатлеть внутри. Это визуализация. Воображение это мысленное изображение чего-то такого, что вы никогда не видели. Это создание совершенно нового образа. Например, если у вас э, плохие отношения с мужчиной, вы никогда не видели, а что такое гармоничные отношения, то в вашем воображении этого нет. Поэтому вам надо, это называется навык э, осмотренности. Вот, которая вам необходима. Друзья, лайкайте, пожалуйста. Мы уже подходим с вами к концу этой главы и будем заканчивать. Если я попрошу вас мысленно изобразить лимон, вы визуализируйте его. Прямо вот увидите сейчас. Лимон. Теперь мысленно разрежьте его. И теперь так надкусите его. Прямо чувствуете, у вас потекла слюна. Ощущаете, да? Это мы визуализировали, потому что каждый из вас знает, что такое лимон. А вот если я попрошу вас мысленно изобразить мой офис Флорида, штат Техас, вам придется воспользоваться воображением. Теперь вы понимаете, в чем визуализация отличается от воображения. Мы начнем с более знакомых мысленных образов с визуализацией. Поскольку мы собираемся продвигаться вперед пятидневными циклами, сейчас я дам вам 5 забавных упражнений, которые вы будете выполнять после обеда в те же дни, что и пять утренних упражнений по углублению и релаксации. Мне хотелось бы, чтобы вы проделали первое упражнение по визуализации прямо сейчас. Так что приготовьтесь. Это упражнение состоит из трех частей – релаксации, визуализации и выход. Внимательно изучите каждую из этих трех частей, а потом отложите книгу и попробуйте это выполнить. Итак, Шаги на день первый. Давайте вот прямо сейчас э, сделаем этот шаг. И завтра вы с утра его повторите. Сядьте поудобнее, закройте глаза. Приподнимите их слегка вверх. То, что мы делали эти 3-4 дня. Вы смотрите. Спасибо большое, Валентина, за огонечки. Вы смотрите на потолок, вы чуть-чуть приподнимаете. Таким образом вы быстрее входите. Ух ты! Я уже достигла еще одной цели огонечки.

Когда вы будете утром делать, вы можете прямо вслух, точно так же, как и я, говорить. Не мысленно, а вслух. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видите, как это просто. Теперь визуализируйте целый зеленый арбуз. Вообразите, как кто-то разрезает этот арбуз пополам, и две половинки распадаются так, что вы можете видеть, что находится внутри. Теперь прямо отметьте. Смотрите, это как легко. Теперь сложите две половинки вместе и пусть арбуз исчезнет. Теперь мы считаем от 1 до 5 и говорим. Когда я скажу цифру 5, я буду себя чувствовать как никогда, совершенно бодрым и чувствующим себя прекрасным. Раз, два, три, четыре, пять. Все, теперь вы прямо чувствуете вспышку и вам прекрасно. Добрый вечер. Присоединяющимся мы читаем книгу Хасасильва. Визуализация арбуза будет вашим после обеденного упражнения в первый день. У кого получилось вообразить, визуализировать арбуз? Поставьте плюсики, если у вас получилось. Это практика. Если у вас даже не получилось, не расстраивайте. Если вы будете это практиковать, у вас это получится. Вот Александра пишет. Три плюса. Это всего лишь дело практики. Если у вас не получается, со временем у вас получится. То есть тут очень важно не напрягаться. Видите, как много людей пишут. Плюс, 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 плюс. Почему арбуз вам легко представить? То, что вы его видели. Поэтому это визуализация. Что вы увидели в тот момент, когда арбуз раскололся на Красную мякоть, черные семечки, белый внутренний край. Я не просил вас увидеть эти детали. Однако вы автоматически включили их в свой мысленный образ. Понимаете, да? Потому что каждый из нас видел арбуз и видел его разрезанным, поэтому это часть вашего воспоминания о том, как выглядит арбуз. Ищите детали и завтра после обеда. Вы можете даже вспомнить вкус арбуза. Вы можете даже мысленно, ну вот я очень люблю арбуз ложкой и есть. Я не люблю его резать с кибочками. Я люблю вот так ложкой его есть. Обожаю. Я вот говорю, у меня прямо сейчас сок пошел. Вот задание по на следующие дни. Визуализируйте себя стоящим перед зеркалом в полный рост. Прямо давайте сейчас. Увидите черты своего лица. Если вам трудно увидеть черты своего лица, откройте глаза, подойдите к зеркалу и запомните свое лицо. И потом сделайте снова еще одну попытку. Теперь еще одно упражнение. В зеркале увидите, что рядом с вами стоит кто-то, кто вам дорог. Не знаю, там друг, там муж, ребенок. И прямо увидите его лицо. И прямо увидите вот свое лицо, его лицо. Или ее лицо. Как с этим хорошо вам? И теперь еще вообразите тихое место. Выберите спокойное местечко, где вы бывали. Это может быть побережье, гамак, склон, холма, озеро, вершина горы, огромный, те, укромный, тенис, тенистый уголок. Потом визуализируйте себя там. Сделайте картину реальной, чтобы вновь пережить покой этого места. Если это умиротворяет вас, как вы ожидали, мы будем впоследствии ссылаться именно на это место, как на ваше любимое место релаксации. Дом в котором вы живете или квартира, в которой вы живете. Вы можете закрыть глаза и мысленно походить. Вот я открываю двери кухни, вот моя кухня. Таким образом вы будете учиться визуализировать. Потому что мы не сможем во воображать то, что вы не видели, если вы не научитесь вспоминать какие-то детали, каких-то моментов. То есть это даст вам внимательность и разовет такой навык как э, визуализация. Итак, мы получили домашнее задание, и завтра вы можете начать практиковать. Утром отсчет, кто помнит, какое утренняя задача, на завтра, на утро. Отсчет от 10 до 1 или от 20 до 1 или от 50 до 1 или от 100 до 1, если вы чувствуете, что стоит это много, и вы уплывете, начните хотя бы с 20 или с 10. Вот. То есть вы погрузитесь в релаксацию, просчитаете от 100 до 1 и скажете, когда я открою глаза, я буду чувствовать, как никогда себя бодро, легко и свободно. В обеденное время на работе или вы можете пойти где-то в парк, все эти упражнения занимают 5-7 минут, поэтому много времени не надо. Вы пойдете в какое-то место, и скажете себе, что сейчас я хочу перенестись, кто помнит, задачу второго дня вместо арбуза. Давайте так, обед арбуз. Поэтому вам нужно будет отчитать от 10 до 1, немножко глаза поднять вверх, чтобы ваш мозг быстрее вышел на альфа уровень. И сказать, сейчас я увижу арбуз. Раз, видите, раз. Сейчас я вижу, как его на две части. Раз, увидели. Раз, собрали. он исчез. Это в обед. И э, на ужин вечером вы можете сесть и увидеть какую-то свою, помечтать, чего вы хотите от жизни, в каком направлении хотите двигаться. И мы завтра вечером продолжим с вами в этом контексте двигаться. Я вас прошу не пере перешагивать, потому что очень часто мы идем в высшую математику и... Знаете, мы еще не выучили ну, маленькую математику, мы еще не выучили 5,5-25, а мы там бежим куда-то из-за этого, из-за того, что люди не соблюдают вот этого процесса, они начинают разочаровываться, у них, у них перестает получаться, они, и они бегут к следующей практике. Ко мне очень часто приходят люди, которые говорят, там, Зеланда выучил, там, это выучил, это выучил, вот эту технику знаю, но успехов в жизни как не было, так и нет. И я говорю, а как вы думаете, почему? И человек говорит, а я быстренько прочитал книгу и начал другую. Понимаете, вот ошибка очень многих людей. А у меня другая немножко техника. Я взяла вот какую-то книгу, да, я в нее вцепилась я говорила в одном из стримов, да, вот эта книга, она со мной уже лет, наверное, 15. И вот я ей не изменяю. То есть я прочитала какие-то пару строк, я поняла, как они работают, я увидела, что это рабочие механизмы. Кстати, вот эта книга, она появилась раньше, а Сильва появился позже. То есть в самом начале у меня была книга Луиза Хэй, я ее тоже там года четыре изучала я поехала к ней я у нее училась я вникала во все во все ну, моменты там, упражнения я стала тренером ее вот потом когда я чувствовала что все я выросла из штанишек я почувствовала что есть что то больше я уже поехала дальше 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 вот. То есть есть техники и для... То есть если вам скучно, и вы уже это все понимаете, есть техники, ну как бы вот то, что мы сейчас делаем, это как бы детский сад. Я сейчас пользуюсь техниками, ну которые уже там 9 десятый класс. Ой, спасибо вам, мерси. Спасибо, спасибо, спасибо. Лайка, лайкайте, чтобы задать вам еще одну цель. Вот. Есть техники уже для более ну, таких, для более для более продвинутых мозгов, как быстро достигать. Вот. Но когда я людям говорю, то вы же понимаете, да, чем, чем сложнее техника, не то, что сложнее, а более инновационная техника. Потому что вот эти техники их там это 60-х годов, поэтому они и стоят, соответственно, там, например, да, методика Хасасильва стоит 90 долларов. А в той технике, в которой я сейчас работаю, стоимость его стоит 2400 долларов. 2400. Я платила 7 лет назад 3500 долларов. Вот, я тоже являюсь его амбассадором. Поэтому, когда я говорю об этой технике, люди берутся за голову и говорят, боже, как дорого. Я такая думаю, ну если для вас это дорого, люди говорят, 90 долларов за сильву дорого. Я думаю, боже, если для них 90 долларов дорого то ту техника, которая за 2400, я даже я даже слова не скажу, потому что я понимаю, что человек сейчас просто скажет дорого. Хотя, помните, мы как-то с вами делали какой-то прямой эфир, и я говорила, что я сама учусь уходить из позиции дорого недорого потому что это только я решила это дорого а это, это, это недорого это только в моей голове сформировалась эта, эта картина дорого это недорого это правильно это неправильно поэтому я учу себя особенно вот последний год уходить от оценочности вообще выходить из позиции оценок потому что так легче живется хорошо друзья вы получили домашнее задание вы знаете домашнее задание если вы чувствуете, что вам спасибо, жасмин, вам за розочки, вот, ну, давайте уже тогда доведем розочки до 10, чтобы я цель выполнила. И лайкайте обязательно. Давайте еще о чем-то я вам расскажу интересном. Вы знаете, я всегда говорю, я честно продаю. Продают все, вот абсолютно все в интернете продают. Даже та, тот человек, который вам говорит, я делаю бесплатно. Галина, а что за техника задорого? Я рассказывала уже Александре, и вы, как никто другой, знаете, что это за техника. Я ее не называю по одной простой причине, потому что сейчас люди побегут ее искать, вот, и в итоге начнут разочаровываться. Вот. Но вы, Александра, точно знаете, что это за техника. Я вам ее предлагала еще, наверное, месяца три или четыре назад, но я понимаю, что пока финансово вы ее не тянете. Вот, значит, что еще вам рассказать? Я продаю. В любом случае я буду вам продавать. Любой человек, который проводит марафоны и который говорит, это все бесплатно, он все равно вас приводит к продажам. Рано или поздно вы приходите на бесплатный семинар, и человек, это называется воронка продаж, человек вас все равно выведет на продажи. Я всегда говорю, я продаю вначале, потому что от того, что я вас притяну сейчас в бесплатный марафон, я сделаю это бесплатно, все равно через 2-3 дня я вас выведу на плату. Потому что каждый труд все-таки в этой жизни он должен быть оплачен. Да, я всегда считаю, что я плачу за свое образование. И точно так же и вас привлекаю к тому, чтобы вы пользовались. Как это, это, как это сказать? Знаете, любой труд, он должен быть оплачен. Потому что вот вы по отношению к себе. Правда, обидно, когда вы делаете какую-то работу, вам не платят. Правда, это ну, не, совсем, ну, не совсем приятно. Поэтому я всегда говорю, относитесь ко мне точно так же, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. Поэтому в любом случае я буду продавать. В любом случае я буду продавать вам курс Сильвы, я буду вам продавать следующие техники. Я владею очень многими техниками. Кто-то спрашивал, владею ли я техниками нейрографики. Да, я тоже в свое время... Закончила курс, и я очень хорошо владею э, нейрографикой. Поэтому можно и так. Спасибо большое, Жасмин, за розочку. Вот, точно так же, как я вам продаю комплексы для э, биохимии, потому что я э, э, сегодня одна женщина мне говорит: Ой, продажи это же так плохо. Я говорю, слушай, я не имею права молчать, когда я знаю то, что поможет человеку, то, что сделает его здоровым, то, что ставит его на ноги то, что его реализует как личность, то, что поможет ему реализовать свои цели. Что, когда вы будете уходить с Земли, вы скажете, Боже, весьма хороша жизнь, Боже, какую я жизнь прекрасную прожил. Просто э замечательно. Вот моя цель это жить яркой и насыщенной жизнью. Каждый день делать высокодоходные и высокорезультативные действия. У меня страдочка есть, у меня прописан план на ближайшие. Но ну, год точно, да. Мои задачи, что я хочу, кого я хочу, кого я хочу видеть в своей команде, с кем мне хорошо работать, с кем мне приятно работать. Почему? Потому что вчера у меня моя племянница, мы с ней встречались, она сказала такую фразу. Она говорит: Если я даю деньги тому, кто за меня будет молиться, я буду ему отдавать, говорит, очень честно и, и на постоянной основе. Говорит, если я даю человеку деньги, который за меня не будет молиться, да еще и будет меня проклинать, еще так мало дал. Говорит, я этому человеку не буду давать. Поэтому, говорит, я всегда стараюсь говорит, дать тому, кто будет за меня молиться, кто будет мне благодарен. Поэтому я всегда молюсь за вас, и я заинтересована в вашем результате, но весь вопрос в том, что мы должны работать на вин-вин. Соответственно, и вы должны заинтересованы быть в моем результате. И закон гласит. Чем больше я отдаю, тем больше мне приходит. То есть мы стараемся все время держать свой фокус, как мне не додать, как бы сделать бесплатно. Ага, здесь я бесплатно сделаю, и здесь я. То есть, наш мозг все время работает на том, как не додать. Соответственно, это философия недостатка. Мой мозг я уча... приучаю свой мозг, как бы дать, где бы дать, кому бы дать. То есть, и когда я приучаю свой мозг давать мой мозг учится к философии изобилия я хочу действовать из философии изобилия нежели из философии недостатка как бы сэкономить как бы не додать как бы вот здесь выкрутить как бы здесь вот это обойти как бы здесь там вы ну, руки кому-то выкрутить да? и поэтому в итоге эта философия недостатка она поворачивается человеку боком. Спасибо вам за огонёчки, спасибо вам за розочки. Давайте еще четыре розочки и эфир заканчиваем. Это, знаете, такая игра. Для меня это больше такое игровое поле. Знаете, как ребенок такой: "Я, я смычок", а у меня розочки есть. Ура, 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 ура! Вот, спасибо вам за огонечки. Поэтому скажите, пожалуйста, а для кого слово продажи э э э э отрицательный смысл имеет? Вот у меня установка такая. Много радости, много продаж. Для меня продавать это настолько естественно, потому что все нам все продают. Еще сегодня утром один мужчина мне такой сказал фразу, мы с ним договаривались на, на работу. Я комплексно, в основном люблю, люблю работать. Спасибо, Жасмин. Вот, я, я очень люблю комплексно взять человека за руку и вести его к результату. Я сама так работаю, у меня есть трекер. Трекер это тренер. Вот, я с ним работаю на протяжении последних, ну, лет, наверное, 7-5 точно. Вот, я сама два раза в неделю с ним встречаюсь. В начале месяца мы ставим цель. Вот, О, цель достигнута. Yes. Вот, результат пришел. То есть, как мы работаем с трекером? В начале месяца ставим цель. Одна цель. Одна цель за месяц. Не 255, одна. И мы работаем вот идем, пока не достигнута цель. Когда мы достигаем цель, наш мозг, э, наш мозг выучивает вот эту не выученную беспомощность, а выученная о, успех сделала, да? Вот хотела доход 2х, раз сделала. Хотела это, раз сделала. Вот. Тогда у нас появляется приобретенный успех. Почему очень хорошо работать с трекером? Потому что он тебе не дает отклониться никуда. Он тебе не дает ни влево, ни вправо. Так вот, мужчина, которому сегодня э, обговаривали этот путь работы вот на месяц, он, э, я всегда прошу людей, говорю, вы можете говорить о своих страхах открыто? Потому что если мы как партнеры утаим друг от друга страхи, то у нас не будет качественной работы. Я говорю, вы можете мне сказать, какой страх у вас самый большой? И он мне говорит такую фразу. Не стыдно, галин но я боюсь быть зависимой от вас. Вы женщина, я мужчина, вот, и я боюсь, что я к вам привяжусь. Я боюсь больше всего зависимости от других людей. Я, я себя как будто чувствую, ну, мы с ним плюс-минус одного возраста, ведь я боюсь, что я привяжусь к вам, и мне потом будет очень сложно. Я ему говорю: послушай меня внимательно. Сейчас я тебе скажу истину, которая тебя освободит. Во-первых, мы все зависим. Мы настолько зависим. Смотрите, от воздуха зависимы, от воды зависимы. От еды зависимый, от сна зависимый, от денег зависимый, от э, детей зависимый, от, от... Я говорю, как только ты поймешь, что зависимость ⁇ это часть нашей жизни, но ты можешь управлять этой зависимостью. Понимаешь, если ты не научишься управлять своей зависимостью, например, вот я зависима от воды. Да, я налила себе полтора литра воды. Все, вот моя задача выпить. Видите, вот я не допила. Это моя зависимость. Я уже без воды не могу, а некоторые свободно из воды. Но я знаю, что если я воду не выпила за день, полтора литра воды, то дефекация осложнена, моча начинает вонять и так далее. То есть идет интоксикация, а это щелочная вода. Я специально ее пью, чтобы зачелачивать организм, потому что я очень серьезно э, к этому отношусь. Я ему говорю, ты понимаешь, мы все зависимы. Но ты можешь зависимостью управлять. Как только ты поймешь, что ты способен зависимостью управлять, как только ты выберешь зависимостью управлять, потому что очень часто самая большая ошибка это в том, что мы зависимы, но мы зачастую зависимости э, даем право нами управлять. Я, я говорю, я буду э, вас. Э, корректировать в том, чтобы вы не стали зависимы от результата. Потому что как только мы входим в зависимость от результата, мы становимся тоже заложниками результата. А это страстное желание, и, и как правило, если оно страстно, оно не исполняется. Поэтому здесь мы используем как метод канатаходца. Мы вроде как хотим цель, мы вроде как ее ведем, но в то же время мы не становимся заложниками результата. Поэтому говорю, я первая буду заинтересована в том, чтобы вы не стали зависимы от меня, чтобы у вас не произошло а, контрзамещение, чтобы я не стала вашей мамочкой или вашей там какой-то там вот, потому что мы равнозначные партнеры с вами, которые идем к той цели, которую вы хотите. Вот, поэтому очень важно определить для себя цель и идти к этой цели. Желательно, чтобы мозг не не разбегался взять вот одну цель на месяц и прямо добиваться ее для того чтобы наш мозг выучивал выученную помощность силу прямо и говорил смотри я же этого достиг вот этого хотел достиг вот этого хотел достиг смотри вот это вот это вот это вот это вот это, вот это" чтобы ты в тетраде в которой ты пишешь свои цели ты только галочки о это сделал это сделал это о вот смотри я это сделал смотри вот сделал вот сделал и тогда у тебя в течение года вот таких галочек становится еще много, у тебя мозг приучается мыслить категориями успеха. То есть, если я себе поставила цель, да, полторы, полтора литра воды в день щелочной, все, это моя цель, и мне надо ее выполнить. Сейчас 20 минут 10, по сути, уже поздно пить. Потому что я знаю, что если я так пью после семи, то я завтра проснусь с отекшими глазами. Но это моя цель ее выпить. Да, я могу оставить там 50 грамм на завтра. Но я понимаю, что То есть я объясняю своему мозгу, почему мы это с ним делаем, чтобы он не саботировал это. Потому что через правое полушарие мы и как раз и идем в мир э, духовной зрелости. Потому что нам нужно становиться с вами духовно зрелыми людьми. Кто такой духовно зрелый, это у кого стержень есть, внутренний э, стержень решительности. Если я решил, Будет вот так и никак по-другому. Спасибо вам за то, что вы были с нами. К концу эфира стало 62 как листы профилактика? Я не буду сейчас на эту тему рассказывать. У нас не цель эфира. вот Есть специальные препараты, у нас есть специальный комплекс, который справляется из этой проблемой. Напишите мне, я вам помогу ее приобрести. Окей, все, видите, 66 человек. К концу эфира, а начинали мы с 8. Я еще такая смотрю, 8 человек в эфире, думаю, что-то не так. Потому что когда мы первый день начинали читать книгу, было 280. Видите, как люди получили инструмент и побежали быстрее читать. Вот, все. Всем привет! Всех обнимаю и до завтра!